Hey, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель. И сегодня на обзоре, наконец-таки, третья, немножко запоздала, немножко часть официальной коллекции комиксов по Звездным Войнам. Это у нас классика, часть третья, Легенды. Видео так долго не было в связи с тем, что в киоске очень долго не завозили третий выпуск, и в итоге завезли всего в один, в котором я его и купил. В остальных, походу, прекратят продажу, и в этом киоске, так как городок маленький, я продолжу собирать эти комиксы. Надеюсь, что соберу до конца. Ну и, к сожалению, да, и в связи с тем, что не было мне предоставлено возможности выбора, у меня комикс достался с небольшим дефектом. Ну так, давайте перейдем уже к обзору. Также у нас здесь красный набран на стороне синий световой меч, который с выборочной глянцевой покраской такой. Также здесь Дарт Вейдер. Кстати, ребята, раз мы заговорили о Звездных Войнах, если смотрели Хана Соло, ставьте лайк. И да, вот я смотрел только Хана Соло, получается, в кино. И вот это тоже понятия не имею, что за корабль. И вот так выглядит корешок данного комикса. То есть классика, часть 3, деталька Дарта Вейдера и звезды. Ну, давайте откроем уже. В данный выпуск входят выпуски с эпизода 23 по эпизод 31. Книга выпущена тиражом 25 тысяч экземпляров. Содержит 191 страницу чистых комиксов плюс галерея обложек. Дорога на Явин 4 полна опасностей. Но Люку и Лея Органе все же удается добраться до базы Альянса Повстанцев, чтобы внести свой вклад в борьбу с Империей. Однако новая миссия может иметь слишком высокую цену – жизнь Скайуокера. Когда молодой Люк исчезает, Лея становится перед выбором остаться на Явине в качестве символа сопротивления или вернуться в космос, чтобы бороться за Люка и Хана Соло, которого потеряли из виду во время последней встречи с Вейдером. Именно такое описание имеет данная книга. Также давайте сразу я перелистаю на галерею обложек. Наконец... Вот, галерея иллюстраций. Кстати, это комиксы уже 1979 года, по-моему, выпуска. То есть, получается, каждой книгой прибавляется один год, как я пока что заметил. Ну и вот, собственно, галерея обложек. Ну, в принципе, с обложками в этом выпуске все. Также у нас тут продолжает заполняться желтым наша коллекция, то есть классика часть 3, отмеченная галочкой, предыдущий уже желтый. И осталось нам совсем немного, 67 книг. Далее, как всегда, предыдущий выпуск и следующий выпуск. Далее, также логотипы и конец. Если вам понравился данный выпуск и вы хотите продолжение этой коллекции, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие комиксы любите именно вы. А на этом все, удачи, до новых встреч, пока!